Привет, ребят! Мы продолжаем играть в игру «Приключения в джунглях 2». Как вы помните, мы остановились в каком-то заснеженном замке, да? Посмотрим, что же здесь такое. Так. Тут какие-то ловушки у нас сплошные. Конечно, тут летают фрукты. Но пройти все равно довольно-таки сложно, да? Давайте попробуем собрать все арбузы, может, нас наградят. Точно. Появилась корзинка с фруктами, да? Так, и что? Смотрите. Эти ловушки довольно-таки непростые, да? Так и норовят нас задеть. Так. Здесь нас дал бонус, да? Вон, вот. Мы смогли пополнить жизни, да? Которые у нас отняли эти ловушки. Так. А здесь нас ждет вход на призовой уровень. Так. Надо запрыгнуть на платформочку, да? И пособирать максимально все фрукты. Тут у нас идет время. Поэтому, конечно, это очень непросто, ребят. Не знаю, успеем ли мы это сделать. Будильничек говорит, что у нас осталось совсем мало времени. Похоже, мы не успеваем, ребят. Ну, ничего, да? Что ж поделаешь. Пойдем дальше. Так, проходим через ловушки. Отлично, мы смогли пройти все ловушки, и нас даже ни разу не задели. Так, идем вперед, собираем фрукты. И что нас здесь ждет дальше, ребят? А вот и цветочек, который говорит, что мы прошли часть уровня. Так, идем дальше, опять куча фруктов. Пока все неплохо, да? Фруктики мы любим. Так, а вот шипы на полу мы не любим. Так, ну, не так уж часто они встречаются. Так, вот мы смогли пройти и собрать все фрукты. О, Джин, отлично! Он поможет нам пройти, да, вперед? Поехали. При помощи этих пушек мы пролетели почти через весь уровень. И мы заканчиваем. Так, что здесь? Колдун говорит, никто меня не остановит. Это мы еще посмотрим, да? Вот. Кроме меня, говорит туземец. Смотрите-ка, что делает колдун. О, он перенес нас в какое-то другое место, в воду. И тут акула опять эта гигантская. Что ты будешь делать? Ребят, кажется, нам предстоит драться с боссом акулой. О-о. Так, попробуем покидать в нее камушками. Получается, конечно, но акула довольно-таки серьезно тут кусает нас. Приходится уворачиваться. Еще и каких-то рыбешек выпускает. Да. И не просто. Так, смогли ей в хвост попасть один раз. Ну, пока все неплохо, да? Ой-ой-ой, ребят.
Ребят, смотрите, что она делает. Она нас хочет проглотить. Да тут еще и какие-то рыбы к ней в рот залетели. Ага. Она потеряла сознание, да? И мы можем ее как раз победить в этот момент. Что мы сделали? И что? А, оказывается, это была заколдованная маленькая рыбка. Мы освободили эту рыбку, ребят. Прикольно. А вот и новый уровень, ребят. Уровень этот какая-то пустыня. Ну, для нашего туземца, я думаю, пройти через эту пустыню будет не проблема. Потому что он у нас привык жить в теплых джунглях. Поэтому горячая пустыня для него абсолютно не представит никакой сложности. Так, идем по уровню. Что нас тут ждет? Нас тут ждут камни и фрукты, конечно. Фрукты — это очень хорошо, ребят. Вот тут целое колесо из фруктов. И мы попробуем сейчас их все взять. Осталось нам, в принципе, взять чуть-чуть. Один арбузик только летает. Давай, арбузик, привет. И вот мы взяли корзинку еще, сундук с фруктами. И в принципе все, да, нам надо запрыгнуть, кажется, на вот эту платформу огромную. Ну что ж, мы на нее запрыгнули и теперь едем наверх. Так. Вот, ребят, вход в бонусный уровень. Пошли, ребятки. Ого, за нами двигается стена с шипами. Вот это да. Тут главное не зевать. Ага, еще и снизу вылазят шипы. Ну ничего, мы попробуем здесь осторожненько, но быстро пройти весь этот уровень, да? И главное, вы помните, что надо собрать еще все фрукты. Только тогда дается бонус, да, сокровище какое-нибудь. Так, собираем яблочки, собираем арбузики, еще арбузики, вишенки, еще вишенки. Так, ну сколько тут всего-то будет? Уже столько бежим. Еще собираем вишенки. Когда же уже конец, да, ребят? Думаю, скоро, потому что будильничек сверху показывает, что времени осталось немного. Ага, вот он уже задвигался. И вот оно, сокровище, ребят. Отлично. Так, теперь нам надо обратно запрыгнуть на эту платформу и подняться наверх. Запрыгиваем. И ничего не остается, кроме как стоять и ждать, да? Да, туземец заскучал. Смотрите, с него свалили штаны. Так. Ага, наступили на кнопку и поднялся кусок скалы, да? И мы попали в какое-то интересное место и смогли собрать целую кучу фруктов, да? Вот тут туземец наелся, наверное, да, ребят, фруктов? Неплохо, неплохо. Пальчик нам показывает направо. Прошли через цветочек. Отлично. Бонус. А бонус у нас сегодня девушка Джин. Это отличный бонус, вы помните, да? Она превращает всех врагов в фрукты. И даже огромный цветок превратила во фрукт. Так. Девушка Джин улетела, но ничего, мы и дальше сами справимся. Так, магнитик.
Как вы помните, он притягивает к нам фрукты. Это очень хороший приз. Правда, фруктов нет поблизости. Но ничего, да? Полетели. Летим по кокосовым пушкам. Попали в какое-то секретное место. Или, может быть, не очень секретное, но тут целая была куча арбузов. Прыгаем на платформочку. А дальше что? Так, куда нам двигаться дальше, ребят? Что-то мне очень понятно. Неужели вниз? Ага. Наверное, нам надо было двигаться вперед. Ну ладно, мы собрали оставшиеся фрукты. А теперь спускаемся вниз. Так, спрыгнули вниз и идем дальше. Здесь нас опять поджидает лягушка какая-то странная, песчаная. Давайте ее взорвем. Жук, тебя мы, пожалуй, тоже взорвем. Ага, огромный цветок. Ну и для тебя у нас остался подарочек. Так. Я смотрю, у вас здесь целая куча, да? Ничего. Мы со всеми справимся. Ой-ой-ой. Платформочки ломаются. Так. Собираем корзинку с фруктами. Какие-то кости тут. Смотрите, лягушки нас смогли одолеть, да? Это очень неприятно. Так, какой у нас будет бонус в этот раз? Опять девушка Джин. Круто, ребят. Вот она превращает всех этих жуков во фрукты, да? В арбузики, вишенки и так далее. Так, ну давайте, здесь мы уже были, идем дальше. Пригодится ли нам этот взрывной фрукт? Кажется, нет, да, мы всех уже почти взорвали. Поэтому просто идем вперед. Прыгаем по платформам. И да, мы прошли здесь. Здесь, вы помните, тут куча этих всех существ нас смогли одолеть. Но больше мы это не повторим, да? Так, все время появляются фрукты, да, и заставляют нас идти назад. Но туземец не может оставить фрукты. Ведь это его еда. Он не ест же гамбургеры, да? А ест только фрукты в джунглях. Поэтому, конечно, мы здесь постараемся собрать все фрукты, ребят, и пройти этот уровень. И, кажется, конец уже близко. Так, давайте попробуем взять жизни. Ну нет, да, мы взяли лишь выстрелы. Но это тоже неплохо. Ну что, ребят, мы прошли один уровень в пустыне. Начался уже следующий уровень. Его мы будем проходить в другой раз. А вы не забывайте подписываться на наш канал. Сейчас появится изображение рыцаря. Нажимайте на него. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, ставьте лайки. Смотрите наши видео. С вами был Влад Найт. Пока, ребята.